Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео хочу показать вам свой заказ по первому каталогу Faberlic. На самом деле, все, что я сегодня вам покажу, я заказала не только по первому каталогу, но и в конце прошлого года, в последнем периоде. Но покажу в одном. Хочу сделать для вас такой тематический обзор на линейку Нечаев Family Club от Faberlic. Да, это полезные продукты, это шоколад без сахара, фруктовые батончики и так далее. Надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Первое, по традиции, о чем я хочу вам рассказать, это какой подарок замечательный вы можете получить за регистрацию в текущем периоде. Если вы зарегистрируетесь по ссылочке внизу под моим видео на сайте Faberlic и оформите свой первый заказ на сумму от 1499 рублей в ценах каталога до 31 января, до конца действия этого периода, этого каталога, и оплатите его непосредственно до 31 января, то со своим следующим заказом по каталогу 2 вы получите вот такой вот замечательный подарок. Это два средства Гринли. Это стиральный порошок и биопятновыводитель. Очень хорошие средства. Стоимость данного набора в каталоге 948 рублей. Вы такой набор получите всего лишь за 1 рубль. Замечательные средства. Линейка у нас вот эта Гринли расширяется. Это эко-товары, эко-продукты для стирки, уборки, для дома. Идеально подходят для аллергиков, астматиков, людей с чувствительной кожей и так далее. В общем, я вам очень рекомендую вот во втором периоде за регистрацию уже подарок будет попроще. Так что рекомендую вам не откладывать и регистрироваться и делать свой первый заказ и оплачивать его непосредственно по этому каталогу до 31 января. Тем более, что сейчас такие замечательные скидки. Первый каталог всегда у Faberlic – это каталог распродаж. Цены на очень многие товары очень хорошие. В том числе на новинки Нечаев Family Club. Компания Faberlic входит в ассоциацию диетологов и нутрициологов Российской Федерации. Поэтому все продукты, которые представлены на страницах этого каталога, они разработаны при поддержке ведущих диетологов и нутрициологов нашей страны. Вот, видите, замечательная акция на супы и коктейли. 1 плюс 1 равно 3. То есть вы можете взять, например, один суп, два коктейля. Оплатите только за 2. Еще не забывайте, что после регистрации по ссылке под моим видео от этих цен вы будете еще иметь скидку 20%. То есть заказ вам нужно оформить на 1500, а оплатите вы на 20% меньше. Вот, и сейчас у нас действует еще новая бонусная программа Faberlic Like, за участие в которой вы тоже получаете подарок в виде скидки 70% на любой продукт. Вот. В общем, об акциях я вам рассказала. Очень хорошая сейчас стоимость, видите, данных продуктов. Посмотрите, обычная цена 330, сейчас в каталоге 169, 149 и 189. Если вы придерживаетесь правильного питания, то для вас эти продукты незаменимы, так же, как для меня. Если вы питаетесь обычно, но, например, у вас мало свободного времени, вы много работаете, то данные продукты тоже очень вам помогут экономить время, ну и они приносят большую пользу для здоровья. Во всех этих продуктах содержится бамбуковая клетчатка, которой так не хватает нашему организму. Бамбуковая клетчатка помогает нам худеть, помогает выводить
вредные вещества из организма. В общем, итак, давайте приступим к обзору. Первое, что я хочу вам показать, это новинка следующего каталога. Вкусная новинка. Я уже выложила пост в своем Инстаграм. Посмотрите, какая красота. Это набор ассорти из 15 роскошных шоколадок Grand Collection. Тоже от Нечаев Family Club. Вот такая коробочка. Вес шоколада 75 грамм. Посмотрите по сравнению с каталогом, чтобы вы понимали, как выглядит. Вес 75 грамм, но вы знаете, на самом деле вполне даже и достаточно этого. Артикул этого набора 16066. Я вам рекомендую, ну, VIP-консультантам уже заказывать, а новичкам и тем покупателям, которые делают заказы время от времени, заказывайте сразу в начале второго периода, пока они еще есть в наличии, потому что это очень вкусно. Я уже написала пост про этот шоколад в Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм всегда есть под всеми моими видео, так же, как и ссылка для регистрации Faberlic в мою команду. Поэтому переходите, пожалуйста, почитайте пост про этот шоколад. Я не буду сейчас ваше время задерживать, но скажу вам одно, что этот шоколад без сахара. У меня есть открытая коробочка. Я вам покажу, как это все выглядит. Вот здесь приветственные слова нашего директора Алексея Нечаева, основателя компании Faberlic и компании Нечаев Family Club. Вот, очень все дорого, роскошно выглядит. Ну, мы тут уже вчера покушали с семьей, вечерком чай попили. Вес каждой шоколадочки 5 грамм. Но вы знаете, этого вполне достаточно. Вот так вот выглядит этот шоколад. Он очень вкусный. Вот вы знаете, ну, он не уступает шоколаду других дорогих брендов, таких как Линд, там Мерси, да, вот, ну, мне очень понравился. Я не кушаю сахар уже с 1 сентября 2020 года, а я борюсь с лишним весом, и за это время, за 4 месяца я похудела на 12 килограмм, чему я несказанно рада. И вы знаете, перестав употреблять сахар в любом его проявлении, то есть я читаю составы продуктов, и если там есть сахар, я не употребляю такие продукты. Я не употребляю вредные углеводы, выпечку, белый хлеб, ну, в общем, все, что с этим связано, картофель, там, макароны и так далее. Вот, я кушаю только полезные углеводы и продукты с низким гликемическим индексом и, по возможности, без глютена стараюсь даже. Вот, поэтому продукты Faberlic, они очень меня порадовали. Шоколад с медом, который у нас вышел, я тоже не стала покупать, потому что для меня мед это равно фруктоза, равно сахар, равно скачок инсулина в крови. Я придерживаюсь... Так, почему-то у меня свет сбился. Я придерживаюсь интервального голодания, поэтому для меня очень важно, чтобы у меня не было инсулиновых скачков и чтобы вес продолжал уходить. Поэтому шоколад Faberlic, который вышел у нас без сахара, я его кушаю, ну, не так, чтобы прям каждый день я его пожираю, нет. Я когда перестала кушать сахар, девочки, мальчики, у меня ушла тяга к сладкому. У меня шоколадка первая, которая вышла у нас в Нечаев Family Club, наверное, месяца 3 лежала точно, прежде чем я ее открыла и попробовала. То есть у меня не было тяги вообще. Вот. Поэтому это очень здорово, что у нас появились такие продукты без сахара. Я позволяю себе кушать этот шоколад, и все равно мой вес продолжает уходить. Вот, поэтому, в общем, проверено на мне. У меня ребенок, дочке почти 3 годика, в марте будет 3. Ребенку я тоже покупаю наш шоколад для деток. Давайте покажу. Это шоколад без сахара. То есть мы вообще стараемся ребенку, ну, как бы сладкое, вот только Новый год был в праздник, да,
Ну, чем позже ребенок познакомится с сахаросодержащими продуктами и с шоколадом, то есть это здоровые зубы, да, потому что малыши кушают сладкое, эмаль разрушается, потом что, к школе гнилые зубы. Чтобы этого избежать, мы стараемся не давать сладкое, ну, как бы не даем, она и не знает, что это, и не хочет. Вот, но на Новый год вот дарила ей вот эти коробочки, вот такие машинки и вот такие шоколадные зверюшки. Из них две штучки я скушала, и дочка вот кушает по чуть-чуть. Это тоже шоколад без сахара. Очень рекомендую для себя и для малышей. Он очень вкусный. Здесь 100 грамм. И вот этот получается подешевле. А, хотя нет, в ценах консультанта девочки. И вот этот у меня по 249 рублей выходит 100 грамм. А вот этот выходит 249 рублей 75 грамм. Но здесь вкусы разные. Здесь 15 плиточек, они все разные. Сублимированная малина, клубника, инжир, манго, апельсин. Очень вкусно. Покупайте для себя и на подарки со скидкой консультанта после регистрации. Очень выгодно получается. В магазинах ваши знакомые и близкие точно такого шоколада не купят. Впереди праздники. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Так что запасайтесь и дарите. Вот. Про этот шоколад вроде все сказала. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях или пишите мне в директ в Инстаграм. Как я уже сказала, ссылочка на мой Инстаграм всегда есть внизу под всеми моими видео. Также у нас представлен вот такой вот шоколад. Родителям я покупала шоколад на меду, но мама сказала, что им как-то не очень, что на настоящий шоколад он мало похож. Я сама не пробовала, но вот от этого шоколада, девочки, мальчики, я просто в восторге. Это просто потрясающе. Если учесть то, что он без сахара и 15 килокалорий всего лишь в кусочке, это восторг. Вот. Так что шоколад рекомендую от души. Кушайте на здоровье без опасения за то, что вы испортите свою фигуру и наберете лишние килограммы. В общем, кушайте и продолжайте худеть. Что еще вкусненького покажу? Совсем недавно вышли вот такие вот батончики. Кокосовый батончик. Также такой батончик еще есть с семенами чиа и с манго. Но мне достался только с лимоном. У нас в Питере пока только они на складе есть. Эти батончики с пребиотиком и суперфудом. 132 килокалории. В каждом батончике они без ГМО и, естественно, без сахара. Они помогают, улучшают пищеварение. Это действительно так. Ускоряют метаболизм. И вот так вот выглядят эти батончики. Давайте я сейчас открою один. Покажу вам, какая это вкусняшка. Кусочки лимона с цедрой. Это просто наслаждение такое. Знаете, чем-то по вкусу на пина колада похож. Только здесь нет ананаса, а здесь есть... А, хотя, по-моему, здесь сок ананаса. Ну, не буду точно врать, но очень вкусно. С чаем. Я недавно открыла для себя гречишный чай. Заказываю на Озон. В ближайшее время напишу пост про гречишный чай. Поэтому... Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны. Ссылка внизу под видео. И вот с гречишным чаем это просто волшебно. Ну, с любым чаем. Это очень вкусно. И в этих батончиках содержится олигофруктоза. Это уникальный природный пребиотик. Он улучшает состав полезной микрофлоры и стимулирует иммунитет. Вот так. Для перекуса отлично, когда у вас нет возможности покушать по времени, если вы, например, на дробном питании, взять такой батончик с собой, перекусить. Это очень классно. Он действительно питательный, вкусный.
Тоже очень рекомендую вам. Также у нас еще вышли фруктовые батончики. Разные, абсолютно разные. Я вот купила для себя яблоко-банан физалис. Еще есть с клюквой, есть с вишней. Ну, абсолютно разные. Здесь только фрукты. 85 килокалорий в одном батончике. Тоже очень здорово для перекуса. И еще у нас есть вот такие батончики. Вот эти идут по 3. Вот эти вот идут по 3 штучки в упаковочке. Фруктовые по 4 и кокосовые по 4. Сейчас тоже на батончики, на все, очень хорошая цена. Именно в первом каталоге. Во втором уже дороже. Очень рекомендую вам кокос, кешью, кэроп и амарант. Все эти, естественно, батончики тоже без сахара. Вот, вкусно и полезно. Более подробную информацию вы, конечно же, всегда сможете найти на сайте Faberlic. И еще один вид батончиков. Это злаковые батончики. Идеально для завтрака. Например, идеально скушать такой батончик с вашим натуральным йогуртом или с кофе. И мне больше всего понравились вот эти. Это мюсли, вишня и мака. Тоже с пребиотиком, клетчаткой и суперфудами. Без пальмового масла, без ГМО, без сахара. 84 килокалории в одном батончике. Вот такие злаковые. Не стесняйтесь задавать вопросы. Обязательно спрашивайте, если что-то вам будет интересно. И теперь давайте поехали продукты. То, что я уже неоднократно покупала, это кускус с овощами и шпинатом, с бамбуковой клетчаткой. Вот в этой маленькой коробочке, весом всего лишь в 200 грамм, содержится 4 порции гарнира. Либо гарнир это, либо это у вас отдельное блюдо. Варится очень быстро. Сначала, первый раз, когда я приготовила, мне немножко был, в новинку вкус приправ, да? То есть такой какой-то немножко восточный колорит. Но настолько он мне потом понравился, и у меня очень хорошо организм воспринимает это блюдо. Очень вкусно, прям вот рекомендую. Я кускуса сейчас закупила в этом периоде очень много. Очень быстро варится, 3 минуты всего. Все кушаем, очень довольны. И за счет того, что здесь в составе бамбуковая клетчатка, это очень сытное блюдо. Вы съедаете чуть-чуть, то есть у вас желудок наполняется, но вы его не растягиваете. И вы сыты, и полезно, и вкусно. В общем, очень довольна. Очень вкусное блюдо. Спасибо огромное Алексею Нечаеву и его супруге Елене за то, что они вообще придумали эту линейку. Я просто вообще в счастье. Я покупаю такие замечательные полезные продукты в компании, в которой работаю уже 9-й год, и получаю, мало того, что со скидкой, не выходя из дома, и еще зарабатываю на этом. То есть, делая покупки, я получаю баллы, да, и на этом зарабатываю, плюс еще экономлю. Ну, это просто супер. Это мечта. Следующее блюдо. Перлотта с грибами. Давайте буду просто показывать. Это блюдо я еще не пробовала, поэтому рассказать вам ничего пока не могу. Также впервые я заказала полбу. Это такая крупа. Полба со шпинатом и шамбалой. Какое обалденное оформление. Все так здорово продумано. Красиво. Так приятно готовить это все. Просто потрясающе. Еще одно блюдо, тоже новое для меня. Это паста с томатами и овощами. Девочки, кто пробовали, уже очень хвалят. Сначала, когда эта линейка только появилась, я такая почитала состав. Вот, смотрите. Энергетическая ценность на 100 грамм 358 килокалорий. И я такая, о, друзья,
«Да вы что, обалдели? Это же такое калорийное блюдо!» А потом, когда я вникла подробнее и узнала о гликемическом индексе продуктов, что углеводы, да, ну я знала, конечно, что углеводы бывают, ну, медленные, быстрые, полезные, вредные. И когда я подробнее изучила состав и стала кушать эти продукты, и я вижу, что мой вес продолжает уходить, тогда я поняла всю прелесть вообще того, что нам предлагает наша компания. Это просто круто. Спасибо им еще раз огромное. Видите, сколько я всего накупила? Дальше. Что у нас еще? Еще у нас есть каша. Каша гречневая с тыквой и семенами льна. Честно говоря, я не так, чтобы в восторге, но у меня дочка кушает. Она именно идет как каша. Я больше люблю гречу такую, знаете, как гарнир, а это идет как каша. Ее хорошо кушать на завтрак. Во, она получается, то есть такая, ну, жиденькая довольно-таки. Со сливочным маслом дочке делаю. Тут и бамбуковая клетчатка, и семена льна, и тыква. Во, отлично. Вот. Сейчас вообще на вот эту кашу супер цена. Здесь 120 грамм всего. Очень быстро готовится. Всего лишь 5 минут. Так. Давайте я вот это вот так отодвину. И поедем дальше. Следующее, что у нас есть, это суп минестроне с итальянскими травами. Также у нас есть крем-суп бобовый с копченой паприкой. Суп по-средиземноморски с пастой орзо и маслинами. Я обожаю пасту орзо. Она очень популярна в Греции, в Италии. И крем-суп тыквенно-чечевичный с бамбуковой клетчаткой. Вот что я выбрала для себя, для своей семьи. Вот такой вот рацион. Очень-очень довольна. Везде, везде, видите, везде в каждом продукте бамбуковая клетчатка. Она очень хорошо насыщает, поэтому вы съедаете меньше, вы сыты, и ваш желудок не растянут. И, естественно, все сбалансировано. Вот, например, в этой коробочке крем-суп тыквенно-чечевичный 5 порций. Время приготовления всего лишь 25 минут. Я эти супчики планирую варить на курином бульоне, ну, потому что у меня на воде муж просто откажется есть, скажет, что я буду воду хлебать. Я отварю на курином бульоне или на бульоне из индейки, и у меня и ребенок, и муж все покушаем. Вот. И, как я уже вам говорила, очень хорошее сейчас предложение на коктейли и супы Wellness. То есть 3 по цене 2. Минус еще скидка консультанта. Вот. Коктейль я обожаю клубничный. Действительно, он очень сытный. Он очень вкусный, не химозный. Это белковый коктейль с коллагеном. Девочки, для нас коллаген очень нужен. Здесь коллаген и CLA. Очень полезно для суставов, очень полезно для женского здоровья. Если вы занимаетесь фитнесом, нагрузками физическими, тоже очень полезно. Хороший коктейль. В каждой порции всего лишь 98 килокалорий. Данным коктейлем можно заменять спокойно один прием пищи точно, либо завтрак, либо ужин. Вот у меня девочки, мои консультанты из моей структуры, вместо ужина выпивают. Кстати, у нас можно шейкер тоже заказать в компании. Недорогой абсолютно. По сравнению, например, с тем же Орифлеймом, да? Ну, извините, консультанты Орифлейм, конечно, но сравните цены наши, Фаберлик, и Wellness от Орифлейм. Это небо и земля. А про Гербалайф я вообще молчу. Ну, я никогда сама не покупала и не пробовала эти продукты, поэтому по вкусовым качествам я вам ничего не могу сказать. Но я пробовала спортивное питание, так как у меня за плечами спортивный вуз, да, у меня высшее образование в области физической культуры и спорта, поэтому
за вкус я ручаюсь, то, что Faberlic очень хорошие, вкусные продукты wellness. Вот. Вроде бы все сказала, мои дорогие, все сказала, все показала, что хотела. Вот, так что делайте заказы, регистрируйтесь и получайте вот такие вот замечательные подарки за ваш первый заказ до 31 января на сумму от 1499 рублей. Я надеюсь, что мое видео будет для вас полезным, что вам было интересно посмотреть. Обязательно пишите мне вопросы и комментарии здесь и в Инстаграм. Я обязательно вам отвечу. Все расскажу подробно. И регистрируйтесь по ссылке в компанию Faberlic, чтобы делать покупки со скидкой от 20% и получать подарки. На этом все, мои дорогие. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, что если вам было интересно и полезно посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. На этом все, мои дорогие. Будьте здоровы. Желаю вам хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.